Быть сильным и ловким, быстро и правильно ориентироваться в сложной ситуации, уметь оказать первую медицинскую помощь. Эти ребята учатся с юных лет. «Юные друзья полиции» – проект, который уже более 10 лет реализует центр «Лесная сказка». И здесь у школьников есть возможность проявить свои творческие способности и спортивные таланты, а также повысить уровень правовой подготовки и узнать многое о работе сотрудников правоохранительных органов. Так, ежегодно центром при поддержке межмуниципального управления МВД России «Щелковская» и Комитета по образованию нашего муниципалитета проводится слет юных друзей полиции. Работа с правоохранительными органами, она помогает ребятам узнать, что является главной ценностью – это жизнь. А чтобы эту главную ценность сохранить, ее нужно всегда защищать. Вот это дети понимают уже. В слете принимают участие отряды юных друзей полиции из 20 щелковских образовательных учреждений. Всего же в программе 7 конкурсов. Одно из интересных заданий – сборка, разборка автомата. Здесь ребята работают на скорость с тренировочным макетом, моделью АК-105. Удивляет то, как ловко они справляются с поставленной задачей. Впрочем, не зря же все эти ребята – юные друзья полиции. И первую помощь окажут, и правила дорожного движения подскажут, и в сборке, разборке автомата разберутся. А на слете есть возможность еще и в команде поработать, проявить взаимовыручку и смекалку, конечно. Тут много интересных заданий. Тир, медицинская подготовка. Нам нравится командная работа, потому что тогда команда становится единым целым, и мы еще больше становимся друзьями. Лучшие команды определили в двух возрастных категориях. Так, первое место в старшей группе занял отряд стремительной школы номер 11 имени Титова. Младший же отряд из Щелковской школы номер 16 «Щит и меч». Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.